Шрила Прабхупада, Джем Вишнупада, Парамахамса Гаривраджа, Кичарья Сарасвати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати, Госвами Махарад, Шрила Прабхупада, Ананта Коти Вайшнава Бринда, Намачарья Шрила Харидас Такур, Бхемстакава Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васти Гоура Бхакта Бринда, Шри Шри Рада Кришна Гопагопинат Шри Яма Кунда Рада Кунда Гири Гавардхам Ки Матхура Дхам Ки Риндаван Дхам Ки Шри Майпурна Вадвип Дхам Ки Джаганатха Пури Дхам Ки Тулси Махарани Бхакти Деви Ки Джаганатха Свами Ки Гора Преманандэ Гари Гари Го Самадета Бхакта Вринда Ки. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем собравшимся. Слава всем собравшимся преданным. Прихат Вридан, для издания распространения книг Шилы Прабхупады Ки. Харинам Санкиртан Яги Ки. Распространение Кришна Прасада Ки. Намахата Санга Ки. Грантарам Шимад Бхагаватам Ки. Шиши Даял Нитай Шачи Сута Ки. Строительство храма Шиши Рада Мадхава Ки. Вся слава, вся слава, вся слава Шиши Гуру Шри Гауранги. Я Шри Прабхупада. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Читаем сегодня третью песню. Первую главу, которая называется «Вопросы Видуры», текст 39. Ямау, утасвит, танаяу, притхая, партхай, притау, пакшамбхи, Акшини, Акшини, Ива, Ива, Тремате, Тремате, Удая, Удая, Мридхе, Мридхе, Сварикхам, Сварикхам, Пурат, Пурат, Супарнау, Супарнау, Ива, Ива, Ваджри, Ваджри, Вактрат, Вактрат. Я маута свиттанаю притхаяя. Я маута свиттанаю притхаяя. Я маута свиттанаю притхаяя. Я маута свиттанаю притхаяя. Партхайр вритау пакшамбир акшинива. Партхайр вритау пакшамбир акшинива. Партхайр вритау пакшамбир акшинива. Партхайр вритау пакшамбир акшинива. Римата удая мриде сварикхам. Римата удая мриде сварикхам. Римата удая мриде сварикхам. Римата удая мриде сварикхам. Парат супарнау ива ваджри вактрат. Парат супарнау ива ваджри вактрат. Ямаута свитаная упритхаяя. Ямаута свитаная упритхаяя. Партхайр вритау пакшамбхи ракшинива. Партхайр вритау пакшамбхи ракшинива. Ремата удая мриде сварикхам. Ремата удая мриде сварикхам. Парат супарна вива ваджри вактра. Парат супарна вива Ямаута свитаная упритхаяя. Ямаута
Артхайрвритау пакшамхи ракшинива. Мата удая мриде сварикхам. Мата удая мриде сварикхам. Парацу парна вива ваджри вактра. Парацу парна вива ваджри вактра. Тут еще. Ямаута свитаная бритхаяя. Ямаута свитаная бритхаяя. Патхая врито пакшмабхир акшинива. Патхая врито пакшмабхир акшинива. Римата удаям ритхе сваритхам. Римата удаям ритхе сваритхам. Парацу парна вива ваджи вакра. Парацу парна вива ваджи вакра. Ямаю тасвит данаю критая. Ямаута свитаная бритхая. Патхайр вриту пакшам хир акшинива. Патхайр вриту пакшам хир акшинива. Римата удаям риде свая риттха. Римата удаям риде сварикха. Парасу парни ива ваджри вактра. Парасу парна ива ваджри вактра. Ямаута свитаная бритхая. Патхайр вритау пакшамхи акшинива. Римата удаям ритхе сварикхам. Римата удаям ритхе сварикхам. Парасу парна пива ваджри вакра. Ямау. Ямау. Два близнеца. Два близнеца. Накула и Сахадева. Накула и Сахадева. Ута свит. Ута свит. Ли. Танаяу. Танаяу. Сыновья. Сыновья. Притхаяя. Притхаяя. Притхи. Притхи. Партхай. Партхай. Сыновья притхи. Сыновья притхи. Притау. Притау. Защищенные. Защищенные. Пакшамхи. Пакшамхи. Веками. Веками. Акшини. Акшини. Глаза. Глаза. Ива. Ива. Как. Как. Ремате. Ремате. Беззаботно играя. Беззаботно играя. Удая. Удая. Вырвать. Вырвать. Мриде. Мриде. Бою. Бою. Сварикхам. Сварикхам. Свою собственность. Свою парад, парад. У врага дурьотханы. У врага дурьотханы. Супарнау. Супарнау. Гаруда, носящий Господа Вишну. Гаруда, носящий Господа Вишну. Ива. Ива. Как? Как? Ваджри ватрат. Ваджри ватрат. Изо рта Индры. Изо рта Индры. Перевод стиха и комментарий. Его божественной милости Абхачара Наравинда Бхактивиданта с вами Шрилы Прабхупады Ки. Видура продолжает задавать вопросы Будхаве. Все ли благополучно у близнецов, живущих под опекой старших братьев? Как веки защищают глаза, так близнецов защищают сыновья Притхи, которые отняли у своего врага Дурьотханы, принадлежащее им по праву царство. Подобно тому, как некогда Гаруда унес нектар из уст громовержца Индра. Прочитаем вместе перевод стиха. Все ли благополучно у близнецов? Все ли благополучно у близнецов? Живущих под опекой старших братьев. Живущих под опекой старших братьев. Как веки защищают глаза, как веки защищают глаза, так близнецов защищают сыновья Притхи, так близнецов защищают сыновья Притхи, которые отняли у своего врага Дурьотханы, которые отняли у своего врага Дурьотханы, принадлежащие им по праву царства, принадлежащие им по праву царства, подобно тому, как некогда
Гаруда унес нектар из уст громовержца Индры. Комментарий. Индра, царь небес, держит в руке молнию, наделен огромной силой. Тем не менее, Гаруда, который носит Господа Вишну, сумел похитить нектар прямо из его рта. По силе Дурьотхана не уступал царю небес. Однако сыновья Притхи, Пандавы, сумели отнять у него свое царство. И Гаруда, и Партхи, любимые преданные Господа. Поэтому они способны одержать победу над любым, даже самым сильным противником. Вопрос Видуры касался младших братьев Пандавы, Накулы и Сахадевы. Братья-близнецы были сыновьями Мадри, мачехи остальных Пандавы. Но хотя они и приходили сыновьям Кунти сводными братьями, она, после смерти Мадри на погребальном костре Махараджи Панду, она, Притха, заботилась о них, как о своих собственных детях. И потому Накула и Сахадева выросли такими же, как трое старших Пандавов. Юдхиштхира, Бхима и Арджуна. Весь мир считает пятерых Пандавов родными братьями. Трое старших братьев заботились о младших и защищали их так же, как веки защищают глаза. Видура хотел знать, счастливо ли живут младшие Пандавы под опекой своих старших братьев, после того, как те вернули назад свое царство, отняв его у Дурьотхана. Конец комментария. Умагьяна тимирандасы, гьяна джанамшалахая, чакшурум миритам гьяна, тасмай шри граве намаха, шри чайтанья манутишта, сатитам гьяна бутаре, сайям гурадам гьяна, тадати свападатитам, антитам шри гуро, шри там падакамала, шри гуру шашнавачар, Шри Рупам Саграджатам Саграгунатам Дитам Там Саджимам Садвайтам Савадхутам Париджана Сагитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Пада Сахагана Лалита Шри Вишакхам Витам Шча Эй Кришна Каруна Сидху Дина Банду Джагатпате Гопиша, Гопика Канта, Радха Канта, Намосуте. Такта Канчана, Гауранги, Радхе, Вриндаванешвари, Вришарпану, Сутевери, Пранамами, Харигрие. Ванчакалпа, Дарудешча, Грипасинду, Бяевача, Патитанам, Паванебхьо, Вайшнавебхьо, Намо, Намаха. Чая Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya, Bhutale. Шримате Бхактивиданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деве Гаурабани Прачарине. Нирвишеша Шуньявади Пашчатьядеша Тарине. Еще раз прочитаем перевод стиха. Видура спрашивает у Удхавы, задавая ему вопросы.
все ли благополучно у близнецов, живущих под опекой старших братьев. Как веки защищают глаза, так близнецов защищают сыновья Притхи, которые отняли у своего врага Дурьотханы, принадлежащие им по праву царству. Подобно тому, как некогда Гаруда унес нектар из уст громовержца Индра. В этой главе, первой главе, третьей песни, рассказывается, повествуется о том, как Видура, после того, как он долгие годы путешествовал в местах паломничества, более 30 лет он путешествовал, и за это время прошло очень много событий. Прошла битва на Курукшетре, и даже уже Господь Кришна оставил свои земные игры, шел, и Ядовы ушли, и после этих многих лет скитаний, паломничества, Видура встретил Удхаву, близкого преданного, одного из самых близких друзей Кришны, Двараки. Это была великая удача, и он это воспринял как особую возможность для себя узнать о Господе, узнать о его последних наставлениях, которые получил Удхава. Как мы знаем, мы будем их проходить в Удхава-гите в 11-й песне Бхагавата. Хотя, может быть, мы не будем проходить, потому что мы же читаем до 10-й песни сейчас. Вот у нас стандарт в ИСККОН такой, что мы читаем то, что перевел Шрила Прабхупада на лекциях. Поэтому в 11-й песне вы узнаете о Удхава-гите, наставлениях, которые при уходе из этого мира сокровенное наставление получил Удхава. И при этом присутствовал великий мудрец Майтрея. И об этом мы в последующих главах узнаем. А сейчас Видура спрашивает у Удхавы, задает ему различные вопросы, которые показывают культуру того времени, те взаимоотношения, которые были между преданным и Господом. И здесь даже вот в этом стихе есть много, так сказать, того, что связано непосредственно с Кришной, с его играми, с его слугами, такими как Пандавы и Гаруда. Мы видим, что хотя Видура 30 лет путешествовал, и он путешествовал, не общаясь особенно с людьми, говорит, что он неузнанным путешествовал и по местам паломничества, то есть не особенно общаясь, тем не менее он у него были очень личностные отношения, как мы видим из этих стихов, со всеми братьями Пандавами, и он подробно о каждом расспрашивает. Это говорит о том, что общество духовное, оно должно быть основано на вот этой заботе, культуре заботы друг о друге. В частности, здесь в стихе говорится о том, что младшие братья, как бы сводные братья Пандавы, Кунти и Мадри были женами Панду. И после раннего ухода Панду одна из жен Мадри прошла обряд сати, то есть она взошла на костер вместе с Панду. И также вторая его супруга хотела тоже это сделать, но ради того, чтобы воспитать детей, она осталась. В то время были другие взаимоотношения в семьях. Не как сейчас у нас там женится, разводится, и конца этому нет, и люди не могут остановиться. Тогда жены были так привязаны к служению Господу и служению мужу, что для них вот это даже, так сказать, такого рода процессы были, они могли решиться, не могли расстаться с мужем, и они вместе сходили на погребальный костер. И здесь говорится о братьях, младших братьях Сахадеве и Накуле.
это сыновья Мадри. И, как мы знаем из Махабхараты, они так же, как и старшие братья Юдхиштхира, Бхима и Арджуна, прославленные герои того времени. В то время дети играли, когда они играли в игры, они играли в Арджуну, Юдхиштхиру. То есть такие образцы были для подражания. И это были настоящие примеры того. Можно, были люди, которые руководили страной, и которые были образцами для подражания в нравственном и духовном отношении. Это очень важно для духовной цивилизации. И мы можем сравнивать наше время, когда людей избирают на пост как бы царя путем каких-то политических процессов. Там. Как-то раз я был в Госдуме, там проводилась лекция. Сколько надо заплатить, чтобы стать депутатом Госдумы? Там большая цифра называлась. Взяток, который нужно дать. Точно так же. Это все политика, политические процессы. И люди не знают, кто эти люди, которых они избирают. Там периодически кого-то против кого-то уголовное дело возбуждают. Сейчас против одного из депутатов. Украл 2 миллиарда рублей. И он в розыске, и сбежал еще. Люди, так сказать, к сожалению, это факты нашей жизни, это реальность. А Юдхиштхира за всю свою жизнь ни разу не сказал неправду. То есть он был очень честным, правдивым. То есть это серьезное, как бы, так сказать, испытание. У меня вопрос к аудитории, уважаемые наши преданные. Есть ли среди вас такие, которые ни разу в жизни не сказали неправду? Есть такие люди? Все время правду говорят. Я знаю, даже есть такой психологический тест. Ну, и там такой вопрос. Хоть раз в жизни вы, то есть вот этот тот же самый вопрос, что говорили вы все время ли вы говорите правду? Если человек говорит да, то значит он врет. Это статистика. Это проверочный такой вопрос, что ну, просто считается, что такого не может быть. 5000 лет назад это было. То есть Юдхиштхира был очень честным, Арджуна был великим воином. Бхима обладал огромной силой, это были близкие слуги Господа. И Господь любил пандавов, очень хорошо к ним относился и защищал их. В предыдущих стихах и последующих мы будем также видеть, как эти вопросы будут раскрывать эту тему. То есть как Господь относился к пандавам. И он хотел установить, чтобы во главе мира стояли вот такие честные люди. Такие честные, преданные Господу люди, такие как Арджуна, Юдхиштхира. И они очень заботились о своих братьях младших. И заботились о том, чтобы в царстве было, чтобы младшие получали заботу старших. Это, в принципе, вот этот важный момент, важный культурный принцип. Старшие и младшие, если он уходит из общества, то общество разваливается, общество деградирует. Общество превращается в такое вот демократическое, так сказать, такое государство, в котором все все могут, все имеют право и нет настоящей культуры. Если в семье нет подчинения, есть, нет уважения младших и старших, то семья разваливается. Поэтому современные семьи очень неустойчивы. Нет, люди не уважают друг друга. Жена, мужа, дети, родителей, дети, там, бабушек и так далее. Даже многие не знают, кто у них там в третьем, в четвертом колене уже, так сказать, среди родственников. Не то, что по именам, но и вообще просто как бы даже не интересуются. Это говорит о том, что общество стремительно деградирует, кали-юга. И вот этот принцип заботы очень важен. И Шрила Прабхупада его подчеркивал в особенности для ИСККОН, как очень такой системообразующий принцип, чтобы старшие преданные заботились о младших. Тогда, может быть, культура может передаваться. Если младшие слушают старших, это возникает упорядоченная структура общества. Поэтому на всех уровнях у нас,
на уровне семьи, на уровне учеников индивидуальных, которые слушают старших, слушают гуру, слушают Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада установлен как ачарья и шикши гуру для всех преданных в Исконе. Поэтому мы, некоторые люди приходят к нам на службу и говорят, почему вы поклоняетесь Шриле Прабхупаде? Наш отец, по сути дела, духовный, потому что он дал все необходимые наставления для того, чтобы мы могли развиваться в духовной жизни. И он дает защиту своими наставлениями, своими книгами, своим видением, принципами, которые он установил. Это очень важно. Всегда не хватает тех... мы видим, что в Искон не хватает духовных учителей. Есть такая проблема, дефицит. Мало. Духовных учителей мало, а учеников много. То есть, поэтому возникает ситуация, когда многие другие преданные должны помогать гуру заботиться об учениках. Вот эта проблема, она существует. Иногда у преданных возникает такое инфантильное отношение, которое проявляется в том, что они думают, ну, вот я есть гуру, гуру меня спасет, остальное не важно. На самом деле, наиболее важный принцип, и Шрила Прабхупада об этом говорил, что прогрессировать в духовной жизни можно за счет того, что вы удовлетворяете истинного духовного учителя. Но удовлетворить истинного духовного учителя можно только тогда, когда вы станете действительно серьезным учеником. То есть гуру заботится об ученике, а ученик заботится о том, чтобы стать настоящим учеником. А что означает стать настоящим учеником? Это означает заботиться о том, чтобы миссия Шрилы Прабхупады осуществилась, и помогать своему гуру в этом очень серьезно. То есть принять часть ответственности за миссию Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада хотел, чтобы вот это было нашим делом. То, чтобы мы не только думали о собственном спасении, о собственном прогрессе, о собственном развитии, но также думали о том, как спасти других людей. И во времена Шрилы Прабхупады не было вот такого жесткого деления. То есть все, кто присоединялись к Искону, они все очень твердо следовали принципам, практически все жили в храмах, все выходили на харинамы по много часов в день. Тогда в первые годы еще не было книг, они распространяли журналы Back to Godhead, потом стали распространять книги. И это была одна семья, где заботились все друг о друге. И была одна команда. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы вот эта готра или семья, Искон, она поддерживалась, сохранялась. И поэтому очень важен в ней вот этот принцип уважения старших и заботы о младших. То есть вот если вот это присутствует, мы имеем семью тогда, в которой дело Шрилы Прабхупады будет продолжаться. Очень важные моменты. И говорится, что пандавы заботились о Накуле и Сахадеве, и как веки закрывают глаза и защищают. То есть это как бы автоматически должно происходить. То есть этот культурный принцип должен быть хорошо осознан и применяем. Дальше здесь говорится в стихе, приводится в пример Гаруда, который унес нектар из уст громовержца Индры. Я попытаюсь сегодня рассказать эту историю, связанную с похищением Гарудой нектара у Индры. В самые первые годы творения, то есть эта история относится к самым начальным, так сказать, временным отрезкам, которые были в творении. Эта история связана с пахтанием океана. Мы о ней в четвертой песне будем читать. И когда пахтался океан, там вышел нектар из этого океана, Сомарас. Также там был конь Учхайшрава, вышел тоже из пучин океана во время пахтания.
И в то время Праджапати Дакша, у него были две дочери, Кадру и Вината. Две дочери-красавицы, такие разумные. Они вместе вышли замуж за одного, были выданы замуж за Кашьяпу. Кашьяпу, по-моему. И как-то раз эти две дочери заспорили. Какого цвета вот этот конь, который появился из пучин океана? И они так сначала спорили легко, а потом говорят, давай действительно поспорим, что если кто-то из нас проиграет, то проигравший будет служанкой, а этот выигравший будет госпожой. И вот эти две дочери поспорили так, Кадру и Вината. А до этого была другая ситуация. До этого было как-то раз их муж, Кашьяпа, он вообще был очень таким, хотя он был семейным человеком, ему нужно было увеличивать человечество, но при этом он много совершал аскезы, много предавался аскезе, то есть он, так сказать, и то, и другое делал, и увеличил население, и в то же время занимался аскезой большую часть времени. Так вот у него получалось в то время. Как-то раз он пришел и говорит своим дочерям, женам Кашьяпу, дорогие жены, скажите мне самые ваши такие сокровенные желания, я могу выполнить ваши желания. Такие ситуации иногда у нас бывают, перед нами ставят, говорят, вот выскажите самые сокровенные желания. И Кадру, вот это его жена, она такое желание имела. Она сказала, хочу 1000 сыновей в форме нагов. Вот такие желания были у нее. Чтобы они были равны по силе, так сказать. Их было много, их было 1000 целых. А вторая жена, Вината, она сказала, хочу 2 сыновей, но очень хороших, замечательных, таких сильных, красивых, могущественных. И муж, он совершал аскезы, как я уже сказал, и он сказал Кадру, хорошо, твое желание исполнится, ты получишь 1000 сыновей змеев. Да будет так. А Винате он ответил так, согласно твоей потенции, ты не можешь 2 иметь. У тебя будет 1,5 сына. Такая история. 1,5 сына. Сейчас мы поймем, что он имел в виду. Но тогда Вината сказал, ну пускай хотя бы один будет из них очень, очень хороший, очень замечательный, очень могущественный. И Кашьяпа сказал, хорошо, один будет очень сильным, очень могущественным. Ему не будет равных по силе, по могуществу, и это успокоило, так сказать, Винату. И в свое время так получилось, что у Кадру родилось 1000 вот этих змеев, а у Винаты 2 яйца таких появилось, из которых 500 лет никто не появлялся. Ну, тогда это событие происходит на небесных планетах, там другие отрезки времени, не как у нас. 500 лет там немножко это покороче, чем у нас тут это долгое время, там это быстро проходит. И Вината решила ускорить процесс. Она взяла одно яйцо и, так сказать, сковырнула. Смотрите, почему же там никто не выходит? Уже 500 лет прошло. И она открыла это яйцо и увидела, что там существо одно сидит. И оно такое, верхняя часть тела у него развитая, а нижняя нет. Ну, то есть, как бы инвалид. То есть, как бы ножки, так сказать, такие слабые, а верхняя часть тела развита. И этот ребенок ей говорит, ты что сделал? Ты зачем меня раньше времени оттуда, так сказать, призвала?
И он начал ее отчитывать и, ну, и сказал, что это было как раз до вот этой истории с Кадру и Винат, когда они заспорили о коне. Тебе случится так, что ты станешь служанкой вот этой своей второй сестры, и что 500 лет у тебя не будет ребенка. Но если ты будешь терпелива, то через 500 лет родится вот этот замечательный сын, как раз Гаруда, который прославит тебя и всю вашу семью, и как только он будет появляться, все будут оказывать ему почтение. И даже царь Индра будет в друзья к нему проситься. А Индра — это царь небесных планет, он особенно могущественная личность, и, то есть, это как бы первый такой царский, так сказать, статус у него. И он сказал, его звали Аруни. Он проклюнулся из этого уже как бы открытого яйца и стал утренней зарей. То есть он воплотился в форме вот такой вот ранней утренней зари, когда мы видим красноватую такую зарю, это вот Аруни. То есть он получил вот такое воплощение. И Вината подождала еще 500 лет терпеливо. И это яйцо открылось, и огромная птица вылетела оттуда, Супарна. Вылетела и полетела в небо. Причем было понятно, что это какое-то очень-очень могущественное живое существо. Как только он взмыл в небо, Гаруда, жители небес были поражены его силой, подумали, что это, он был похож на такой язык пламени. Он полетел так, все подумали, что это Агни. Они пришли к Агни и говорят, почему ты в такой форме? А Агни им говорит, нет, это Гаруда, он меня превосходит, он очень могущественный. То есть он такой огромный был. И как только он родился, он испытывал чувство голода большое. То есть он был огромный, он хотел есть. Там Махабхарата целая история рассказывается, как он решал эти проблемы с едой. У нас все просто, вот нас готовят. Он был там такой огромный, и ему так много требовалось, что требовались особые усилия. И он, чтобы добыть пищу и обеспечить себя. И он спросил у своего отца, Кашьяпы, чем там я могу питаться. И он ему дал наставление определенное. Он говорит, только не браманами. То есть там были исключения. Говорит, ты можешь вот этими питаться, вот этими существами, но браманов ни в коем случае не ешь. Он спросил, а как узнать, вот, ем ли я браманов? Как, если я вот уже глотаю, а там браман оказался, что, как я узнаю? Ну, ему говорят, Кашьяпа ему говорит, он вцепится тебе в горло, и там будет очень горячо. Могущественные браманы, они как бы, так сказать, у них энергия, теджес такая, ты узнаешь. И у него была ситуация убедиться, что он один раз там клевал определенных существ, и там оказался браман. И он вцепился ему в горло, и он его выпустил, клюв открыл, говорит, браманов не ем. Браман ушел. Итак, вот эти две сестры поспорили. И одна говорит, Вината. Она говорит, я думаю, что этот конь Уччашрая, он белого цвета. А Кадру говорит, я думаю, что у этого коня черный хвост. То есть у них были разные мнения, и поэтому спор как бы у них произошел. То есть и проигравший должен был стать служанкой, так сказать, выигравшей стороны. И они договорились так сделать, что на следующее утро они пойдут в этот океан, дойдут до того места, где этот конь появился, и посмотрят. Они не видели этого коня еще, поэтому они спорили заранее. Как, то есть такой вот своего рода у них игра была. Они договорились на следующий день туда отправиться, а Кадру ночью подумала, надо обеспечить себе победу определенным образом. И она попросила своих вот этих 1000 сыновей, змеев, они тоже обладали мистическими способностями, чтобы эти змеи стали
волосками в теле, в хвосте этого коня, черными. Но она хотела тогда вот выиграть спор. Там у них было некоторое разногласие между Кадавой и вот этими змеями, нагами. Там она их поругала и даже прокляла в определенных моментах. Но так или иначе, на следующее утро, когда они отправились туда, к центру этого океана, у этого коня был черный хвост. То есть вот эти ее сыновья стали, ну, превратились вот в эти черные волоски, которые в хвосте этого коня оказались. И Кадру сказала: «Вината, теперь ты моя служанка, служи мне, делай мне вот это, вот это, вот это». И в этот момент, как раз незадолго до этого, Гаруда явился, то есть вот он появился, и он подлетел к матери. И в это время Кадру говорит: «А не перенесете ли вы нас вот там куда-то в океане, есть прекрасный остров, где Гандхарва отдыхает, мы там хотим пикник устроить». И она заставила Винату себя перемещать, а вот эти тысячи ее сыновей, змеев, должен был Гаруда нести на себе. Гаруда. И Гаруда спросила: «А почему, собственно, мы вот как бы в таком положении, что вот эти змеи какие-то нам приказываются, почему мы должны выполнять эти все их распоряжения?» И его мать Вината, она сказала: «Ну, мы проиграли». Это к тому, что в азартные игры... Своего рода азартная игра, это спор такой на какие-то особые условия. Не надо играть никогда. Вот это тоже один из примеров. И она говорит: «Пока они выиграли, они должны нами повелевать, а мы будем их слугами». И Гаруда спросил у этих змей. Он был очень разумным. Он спросил: «Уважаемые наги, что мне сделать, чтобы я перестал вам служить?» Он, ты мой вопрос такой задал. «Что мне сделать такого, чтобы вы простили меня, и чтобы я уже, так сказать, не был вашим слугой, и чтобы все было правильным образом? То есть какой подвиг мне совершить, какие действия мне сделать?» Вот так прямо спросил у этих змеев. И они ему говорят: «Принеси нектар». Сомарасу, который вот в океане там в результате пахтания появилась, принеси нам этот нектар. И тогда мы снимем вот это условие, что вы будете нашими слугами. И Гаруда задумался о том, как ему это сделать. И он обратился к своему отцу за наставлениями, Кашьяби-муни, и спрашивает: «А как мне добыть этот нектар?» Что, и он прежде всего думал, хватит ли у него сил это сделать. А, как я уже сказал, у него были проблемы с питанием, в том смысле, что он много ел. Он был огромных размеров, и размеры, он мог менять размеры, мог менять могущество. Он был очень такими ситхами обладал, которые даже, может быть, не снились представителям небесного царства. И он опять спросил у отца: «Чем мне питаться, чтобы я смог получить достаточно сил, чтобы выиграть сражение у Индры за вот этот нектар, который охранялся в то время Индрой?» То есть он был в царстве Индры, Сомараса. Там была длительная история, как он, его отец научил, как питаться. Он получил силу, он там посоветовал ему: «Говорит, съешь вот этих двух животных, слона и черепаху». Причем слон был размером там много километров. Это не маленькие слоники, которые вот сейчас у нас там в зоопарках, их детишки кормят, а огромные слоны там, десятки километров, и черепаха тоже огромных размеров. Там целая история рассказывается, но я чувствую, я ее не успею уже провести. Как эти были два завистливых брата, и когда делили имущество, они все время спорили друг с другом. И потом они оказались в телах черепахи, вот этой слона, и продолжали друг с другом сражаться. Завистливые, так сказать, очень оказались братья. И Кашьяпа говорит: «Ну съешь вот этих двух, вот все равно они бесполезны. Существа, они просто бьются друг с другом и из-за ничего. Ты, как бы, так сказать, заодно и освободишь их от этих тел завистливых».
Он съел этих черепаху и слона и получил такую силу и полетел на к Индре, туда, где нектар хранился. И когда он подлетал к этому месту, Индра почувствовал, что что-то такое огромное несется, и оно способно победить его даже. И он спросил у своего духовного учителя Брихаспати, что это такое, откуда это взялось, вот, существо. Я же тут царь, Индра склонен так думать, я царь, я совершил там 100 жертвоприношений, коня, и я вот единственный такой. И как получилось так, что вот это все вот появилось, какое-то существо, которое, ну, я чувствую, все дрожит, и все, вообще, он может меня победить и отобрать нектар. И Брихаспати ему говорит: Индра, ты совершил ошибки в своей жизни. Ты оскорбил. Как-то раз была история такая, когда Кашьяпа проводил жертвоприношение с целью рождения сына. И он включил в это жертвоприношение полубогов, различных мудрецов. И они совершали, и Индра там был тоже слугой на этом, во время этого жертвоприношения. Он приносил дрова, он несколько вязанок дров нес. И когда он шел к арене жертвоприношений, он увидел вдруг, что там еще другие маленькие живые существа, такие валакхилии, маленькие мудрецы, они тоже пытались, которые всю жизнь подвижничеством занимались, вот эти мудрецы занимались тем, что они какую-то там травинку несли, тоже на это же приношение, какую-то маленькую такую щепочку, они ее несли, и они попали, они такие маленькие были очень, меньше ногтя на ноге, и они, Индра посмотрел на них так гордо и засмеялся. Сказал: ну кто вы такие вообще, ну, малыши там такие, копошитесь там. И переступил через их голову. А эти мудрецы были очень могущественны. Хотя они были маленькие, но они были очень могущественны. Мы о них будем еще читать вот, в следующих песнях Бхагаватам, они проявятся, вот эти валакхили, маленькие мудрецы. Они совершали огромную аскезу, и когда они услышали вот это оскорбление, он переступил с таким смехом, как бы переступить через голову — это оскорбление, переступить вообще через человека, через книгу, через что-то, это считается, это мы пренебрегаем этим. И вот он так переступил через этих маленьких валакхилев, и они пошли сразу к жертвенному огню и произнесли мантры, и предсказали, что родится другой Индра, который будет в 1000 раз могущественнее вот этого Индры, который гордый, который такой заносчивый, который нас оскорбил. Вот так появился Гаруда, собственно. И в этот момент к ним подошел Кашьяпа, к валакхилиям, и говорит: ну, это не порядок, когда будет 2 Индры. Ведь Брахма повелел, чтобы был 1 Индра, и он был могущественным, наиболее могущественным. И он уговорил этих валакхилиев изменить ситуацию, чтобы 2-й, вот этот могущественное живое существо, был бы не Индрой, а Индрой среди птиц, чтобы он был самой могущественной птицей такой. Но у него могущество было огромное, превосходящее вот этого Индру, царя. И Кашьяпа был тоже, он пользовался авторитетом у этих валакхилиев, и они послушались, они сказали: хорошо, пускай он будет Индрой среди птиц. И, так сказать, у тебя сейчас там должен родиться в твоей семье могущественный сын у Винаты. Вот пускай вот он и будет как раз вот этим 2-м существом. То есть это вот история рождения Гаруды. И когда и Брихаспати посоветовал также Индре, для того, чтобы ты уступаешь, он сказал: Индра, ты уступаешь ему, ты объективно более слаб. И конечно, ты попробуй этот 2-й Индра, или птица среди, царь птиц, так сказать, он отберет у тебя все-таки этот нектар. Ты попытаешься его защитить, но он отберет у тебя его, потому что он очень могущественный. Единственный для тебя путь, ты, конечно, попробуй защитить, но путь для тебя
подружиться с ним. И так получилось, что Гаруда подлетел к царству Индры, там была великая битва, сражение, там были примерно 30 страниц вот это описание битвы, которая там происходила. То есть там были все виды оружия задействованы, там великие воины сражались. Индра стоял у этого сосуда с сомой, сам охранял, буквально хотел его пить, и у него все равно Гаруда победил. Он прошел там, победил воинов, которые охраняли, победил, там была завеса из огня такая, так сказать, которая окружала этот сосуд. Он сумел решить эту проблему, победить огонь, огни. Там потом возникло колесо с острыми спицами, которые вращались, которое резало все вокруг. И он сумел через это колесо пройти. Он имел такой могущественный разум, так сказать, и способности. Потом два змея возникли огромных, которые ядовитые были. И он этих змеев прошел. И в конце концов, почти вот из рук Индры он вырвал этот нектар и взмыл вверх. И полетел, так сказать. И в этот момент великая удача. Сам Господь Вишну перед ним. Он встретил Господа Вишну. И Вишну, довольный вот этим бескорыстным его поступком, что он взял эту сома-расу не для себя, а вот, как пообещал, он несет этим нагам. Он сказал: «Гаруда, проси чего хочешь». Господь Вишну ему сказал: «Я тебя исполню твои желания, я доволен тобой». И Гаруда высказал два желания. Он говорит Господу Вишну: «Я хочу всегда быть над тобой». Такое, птицы, они свойственно летать над чем-то. И Господь Вишну говорит: «Хорошо, будь по-твоему». И второе, он попросил: «Хотя я не испил этого нектара, пускай я буду вечным и бессмертным». И Господь Вишну говорит: «Хорошо, будет исполнено и это». И также так получилось, что Гаруда стал после этого возничим Господа Вишну. И на колеснице, которая у них была, флаг, на флаге был Гаруда. Таким образом, Гаруда все время над Господом был. То есть вот этот флаг, кстати, с изображением Гаруды, был над ним, и исполнились его вот эти предсказания. И после этого Индра, воспользовавшись советом Брихаспати, приблизился к Гаруде и говорит: «Гаруда, ты несешь вот этот нектар этим злонравным змеям, которые хотят против меня, замыслили они там различные нехорошие дела. Пожалуйста, отдай мне этот нектар». И там была дружеская беседа, в результате которой они подружились. Там Индра спросил, какова сила у Гаруды, и Гаруда ему описал свою мощь, силу. Там. Я приведу одно сравнение, которое там было. Гаруда сказал, что я настолько могущественный, что я могу все живые существа, все планеты одним пером своим нести. Я такой сильный. Такая сила была у меня. И в конце концов он согласился на... Он говорит: «Так как они подружились», и Гаруда говорит: «Хорошо, Индра, но я обещал уже вот этим змеям, нагам, что я им нектар принесу. Я принесу и поставлю, а потом ты уже можешь его схватить и унести. То есть я исполню свое, а ты уже свое, как бы так сказать, получишь». И вот он прилетел к этим нагам, поставил этот нектар и сказал: «Идите совершите омовение, очиститесь, и потом уже прилетайте и вкушайте этот сома, нектар». Как только он поставил, а наги уползли, Индра взял и унес этот нектар. Пришли наги, смотрят, трава куша стоит, и там такие вот капли нектара остались. Они начали их слизывать. Говорится, что после этого у змеев вот эти языки стали раздвоенными. Они, так сказать, резали языки об эту траву острую, и там у них раздвоенные языки были. Они вкусили этот нектар тоже, там какие-то капли были. А Гаруда также попросил Индру, чтобы он ему обеспечил, чтобы он мог питаться змеями. То есть, чтобы
Индра благословил Гаруду, чтобы ему в пищу были предназначены змеи. Вот такова история в Махабхарате рассказанная, как Гаруда появился и как он похитил вот этот нектар. Прямо, это было трудно сделать, действительно, но целая такая история. Говорится, тот, кто слушает эту историю, он получает благо войти в небесное царство. Махабхарата об этом. Осталось немного времени, я еще хотел сказать еще о том, что у нас сейчас приближается очень важное время. Начинается марафон Шрилы Прабхупады. Насколько я понимаю, завтра у нас, послезавтра будет Притху Махарадж читать лекции здесь, да? И он будет также своим вдохновением нас побуждать к участию в марафоне. Я хотел несколько слов сказать об этом. Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы его духовный учитель был удовлетворен. И сам духовный учитель просил его выпускать книги. В последнюю встречу с Шрилой Прабхупадой Бхактисиддханта Сарасвати сказал, если у тебя будут деньги, печатай книги, распространяй их. И поэтому, когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, через какое-то время появились первые ученики, ему удалось начать выпуск книг, создать издательство BBT. И он был очень рад, когда появилась вот эта традиция, марафон декабрьский. То есть декабрь, преданные стали выходить и распространять книги. Шрила Прабхупада был очень доволен. И ИСККОН следует этой традиции. Мы очень активно пытаемся медитировать на то, чтобы в марафон наша основная деятельность была связана с распространением книг. Преданные могут лично выходить на улицы, распространять книги. Могут выкупать книги, дарить знакомым, родственникам. Могут выкупать книги, у нас сейчас такая группа создается, которая будет книги по университетам, вузам и библиотекам распространять. Если кто-то выкупает книги, то они готовы вот эти книги все доставить, чтобы они попали в очень перспективные такие группы для проповеди. Книги Шрилы Прабхупады, в них вложена духовная энергия, которую Шрила Прабхупада сказал, что просто давая книгу человеку, вы можете совершить то, что, может быть, вы сами не способны сделать. Поэтому есть очень много историй, когда просто люди, соприкоснувшись с книгами Шрилы Прабхупады, их жизнь менялась сразу. И они, я просто одну маленькую историю расскажу. Был один студент в Германии, любил пить пиво, ходил по барам. И как-то раз он упал лицом вниз в лужу из пива и лежал вот так вот, в таком своеобразном самадхи, так сказать, в гуне невежества. И на полу он обнаружил книгу, то есть в таком бессознательном состоянии. Он увидел, что со стула упала книга, маленькая книга Шрилы Прабхупады. И он так бессознательно ее схватил, как-то в карман засунул. Потом его друзья отнесли в общежитие. Он там немножко протрезвел и всю ночь читал книгу. И утром, таково было влияние на него этой книги Шрилы Прабхупады, что утром он встал и пошел в храм. Говорит, все, предаюсь, пустите меня в храм. А он был такой арабской национальности. И тогда в Германии там подозревают, что террористы там и так далее. Его не пускали в храм, он активно стучал, там добивался. И в конце концов он попал в храм и стал очень известным преданным. Ну просто вот пример, как вообще может что-то. За одну ночь пьяный человек прочитал книгу и стал преданным, осознал. То есть его пронзила, так сказать, та энергия, которая в книгах Шрилы Прабхупады заложена. Поэтому должны неправильно, адекватно оценивать, что книги Шрилы Прабхупады способны менять сознание людей. И надо соединить людей с книгами. И поэтому наша задача, как учеников и учеников Шрилы Прабхупады, напрягать свои мозги, чтобы думать о том, как доставить людям эти книги. Книги уже написаны, надо их доставить и вручить людям, так, чтобы они их взяли. И в этом наша, как бы так сказать, творческая задача. То есть нам надо думать о том, как представлять книги, как обращаться к людям. Как сделать так, чтобы все-таки это задание Шрилы Прабхупады было выполнено, чтобы мы стали рекламными агентами книг Шрилы Прабхупады. У нас во время марафона
там будут книги Шрилы Прабхупады на алтаре. И, то есть, чтобы мы могли быть рекламными агентами, действительно, и вот эту миссию Шрилы Прабхупады реально через книги распространять. И декабрь это будет самое удачное время для этого. Я прошу вас всех принять обязательства определенные. Вот Бритху Махарадж будет вам читать лекции, вот во время этого общения, пожалуйста, примите на себя какие-то обеты по распространению книг. Ну, по крайней мере, вот Юра Сим может сказать, я выкуплю 50 книг, чтобы всех своих родственников им новогодний подарок сделать, допустим. Ну, то есть простые какие-то такие вот вещи. А другой человек может сказать, я распространю 1000 книг. Допустим, наши группы духовного общения, бхакти-врикши, они уже озвучили свой вызов такой. Они говорят, мы хотим распространить 5000 книг. Вы слышали об этом? Энгера Муни это сказал. То есть придется это делать. То есть очень важно, чтобы мы все-таки какие-то конкретные на себя взяли обязательства и обеты, чтобы у нас была цель конкретная вот в этот период благоприятный, чтобы мы могли... Потому что духовная жизнь состоит из постановки целей и обетов по их достижению. Вот, пожалуйста, перед марафоном поставьте какую-то конкретную перед собой задачу, чтобы вы могли к ней стремиться. У многих из преданных, оказывается, вообще нет полного комплекта книг Шрилы Прабхупады дома. Скажите, пожалуйста, у кого есть полный, у кого нет полного комплекта вот в этой аудитории? Есть такие люди? Это означает, что вы потенциальные заинтересованные люди, чтобы эти комплекты у вас появились. Вот шары. Вот. Пожалуйста, там всякие торговые операции совершают, там делают. Но комплект-то у тебя должен появиться, в конце концов. Чтобы у тебя было, что показывать людям, с которыми ты общаешься. То есть, вот это важное время, когда нам нужно принять какие-то конкретные для себя условия, чтобы мы могли успешно развиваться в декабре и преподнести какой-то подарок к Новому году для Шрилы Прабхупады. Я думаю, на этом мы сегодня закончим, кончается. Есть ли какие-то вопросы для очищения еще, может быть, кто-то по стиху, комментарию, истории, которую я все не рассказал, она большая, но кое-что хотя бы. Кто-то, у меня вопрос к вам, если у вас нет. Вы задумали обед какой-то? Я 1000. 1000? Да. Вместе с ребятами своими? Или лично? Вместе с бхакти-рикшей. Бхакти-рикша 5, вот мои будут одна. А, из этих 5 твоя одна. Хорошо. Да. Это хороший замысел. У кого-то есть еще такие же здоровые, разумные мысли? Дерзкие по своему. Шары, сколько ты вообще так дерзаешь, как бы взять на себя? Вот тут человек 1000 взял, а ты же вообще очень, так сказать, энергичный человек вот, в этих операциях торговых. Сколько ты сможешь вот, подарить людям книг? Полтысячи. 50. Хорошо. Бхактисиддханта Сарасвати, когда один журнал распространялся, какой-то брамачари приходил, он говорил, ты сделал великое служение, ты же один журнал распространил. Он всегда очень радовался, Бхактисиддханта Сарасвати. Шрила Прабхупада радовался, когда одна книга будет распространена. Если ты 50 распространишь, это примерно 1,5 книги в день, так что это немного. Грантарад Шимад Бхагаватам Ки. Джай. Шрила Прабхупада Ки. Джай. Шрила Прабхупада Ки. Джай. Гора Премананде. Аминь.